В «АЛЛАТРе» накануне Дня Победы появится новый памятник труженикам тыла и детям войны. Его эскиз уже разработан. Недавно в городе объявили сбор средств. Решение об установке памятника в «АЛЛАТРе» поддержали многие местные жители. Опрос горожан провели еще в прошлом году на сайте администрации муниципалитета. Памятник тыловикам и детям войны появится в центре города в местном парке Победы. Там уже установлены стелы героев Советского Союза и орудия времен Великой Отечественной войны. АЛЛАТРская администрация уверена, что к сбору средств подключатся и коллективы предприятий. В годы войны заводы города ковали победу в тылу. На них действовали цеха по ремонту техники и вооружения. Эта война, конечно, коснулась всех жителей города. В каждой семье были не только фронтовики, которые воевали на полях Великой Отечественной, но каждый трудился на то, чтобы приблизить победу. Сейчас уже есть первые взносы, горожан, пока еще не крупные, но люди уже готовы внести свои пожертвования на строительство памятника. А накануне в Маргаушской школе были открыты памятные доски двум героям Советского Союза. Илья Мишаков работал здесь преподавателем. Алексей Воробьев учился в этой школе. Оба они были призваны на фронт и вернулись домой победителями. Мемориальные доски в память о героях установили прямо в фойе учебного заведения.